Сегодня в Алматы в Театре оперы и балета имени Абая торжественно отметили столетие народного писателя Калибека Бекхожина. Ему не было и 20, когда он стал делегатом первого съезда писателей страны вместе с мэтрами Ильясом Джансугуровым, Мухтаром Ауэзовым, Бейімбетом Майлиным, Сабитом Мукановым, которого считал своим учителем. Калижан Бекхожин прошел войну, был военным журналистом и много писал о современниках. Выпустил более 40 книг. Он был не только мастером поэтического жанра, но и автором пьес, публицистики, литературной критики, а также талантливым переводчиком. К его юбилею прошли научные конференции, издана книга избранных произведений, открыт памятник знаменитому земляку на его родине в Павлодаре. Он поэт эпического характера. Таких поэтов можно посчитать пальцем, их очень мало. В свое время с таким особенности можно было отличить, дать знаковое, отличие дать Ильясу Джансугурову. Он создавал «Дала», «Кюше», «Клагер». И вот он именно этого склада поэт, эпического склада.